День заседаний в Берлине. Новая концепция безопасности и конференция по гуманитарным вопросам. В мире хоть что-то без Германии могут сделать? Знаменитый берлинский недострой. Как потратить 10 лет и 5 миллиардов евро? Смотрите в учебнике властей столицы. Путин ищет друзей в Евросоюзе. Российский президент прилетел в Грецию, чтобы помочь, чем может. Как бастуют французы? Страну пытаются вернуть из топливного пике, но протестующие грозят еще большим страйком. России угрожает безопасности европейского континента, но благополучие и безопасность Европы в долгосрочной перспективе невозможно без надежного партнерства с Москвой. Это утверждение записано в проекте «Новой белой книги Германии. Стратегии безопасности», которую в июне будет рассматривать Бундестаг. Нынешняя белая книга по вопросам политики безопасности вступила в силу в 2006 году. В ней Россию называли приоритетным партнером, с которым следует развивать тесное сотрудничество как в рамках Европейского Союза, так и НАТО. Но в проекте «Белой книги 2016» политика в отношении Москвы определяется как сочетание сдерживания и сотрудничества. Если Россия в корне не изменит свой политический курс, то в обозримом будущем продолжит представлять собой угрозу безопасности нашего континента, сказано в предварительном варианте текста «Белой книги». В то же время безопасности и благополучие в Европе в долгосрочной перспективе невозможны без надежного партнерства с россиянами, говорится в документе. Таким образом, политика в отношении Москвы должна выстраиваться на основе правильной комбинации обороны и сдерживания с одной стороны и предложений к сотрудничеству с другой. Рабочая группа по стабилизации Международной коалиции против Исламского государства провела встречу в Берлине. Темой заседания под председательством Германии и Объединенных Арабских Эмиратов была ситуация в Ираке. Наша цель – стабилизация в регионе, а также доступ гуманитарных организаций к тем, кто нуждается в помощи. Это очень-очень трудно. Вы, вероятно, знаете о ситуации в Аль-Фалудже, куда мы практически не имеем доступа. Эта проблема актуальна и для других городов и населенных пунктов в Ираке. После освобождения Рамади коалиции удалось возобновить важный транспортный маршрут Оман-Багдад, который ранее контролировало Исламское государство. Благодаря этому домой смогли вернуться более 600 тысяч человек. Коалиции удалось также стабилизировать гуманитарную ситуацию в Тикрите, тоже недавно отбитому исламистов. Стабилизация ситуации в Ираке очень важна для федерального правительства и находится под его контролем, сказал Иохим Рюкер. Сегодня утром мы убедились, что впереди у нас еще много работы. В Ираке более 3 миллионов внутренне перемещенных лиц, беженцев в своей собственной стране. Военные действия по освобождению Мосула приведут к тому, что беженцев станет намного больше. Международная коалиция против террористической организации «Исламское государство» была создана в сентябре 2014 года по инициативе президента США Барака Обамы. К ней присоединилось более 60 стран. Вице-спикер Бундестага поговорила с президентом Армении о ситуации в Нагорном Карабахе. Эдельгард Бульман поинтересовалась у Сержа Саргсяна перспективами мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и усилиями международного сообщества, в том числе сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Саргсян подробно представил Бульман нынешнюю ситуацию и подходы армянской стороны к урегулированию конфликта. Кроме того, в ходе встречи собеседники затронули вопрос процесса международного признания геноцида армян. В частности, обсуждение этого вопроса, которое запланировано в Бундестаге на 2 июня и введенную в обращение соответствующую резолюцию. По словам Саргсяна, принятие резолюции покажет, что Германия, как некогда союзник Османской империи, в очередной раз может спокойно смотреть на некоторые страницы своего прошлого и извлечь уроки. Вице-спикер Бундестага высоко оценила подобное обсуждение в парламенте своей страны и представила суть и цели резолюции, осуждающей геноцид армян. Президент Армении поблагодарил власти Германии за финансовую и техническую помощь, оказываемую Армении с целью социально-экономической развития республики. В свою очередь, Бульман отметил, что Бундестаг считает очень важным укрепление межпарламентских отношений и развитие взаимодействия между двумя странами. Украинцы возмущены предложениями министра экономики ФРГ Зигмара Габриэля о постепенном снятии санкций с Россией, в связи с чем обратились в МИД Германии за разъяснениями. Мы попросили МИД Германии проинформировать нас, соответствует ли эта позиция политике федерального правительства ФРГ, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он сообщил, что в Киеве эти требования Габриэля восприняли с горечью и разочарованием, так как они являются отклонением от цели. Опыт показывает, что подобные санкции эффективны только при выполнении всех условий, заявил украинский посол.
посол. В случае с Россией международное сообщество нуждается в стратегическом терпении, единстве и твердости. Помимо этого, Менни критически отнесся к употреблению вице-канцлером Германии термина «гражданская война» для определения конфликта в Украине. Это выражение было расценено многими украинцами как обидное и несправедливое. Есть неопровержимые доказательства того, что Россия не только управляет марионетками в Донецке и Луганске, вооружает и финансирует их, но и поставляет им подкрепление в виде солдат, офицеров и наемников, отметил украинский посол в Берлине. На форуме «День предпринимателей» Зигмар Габриэль выступил с предложением о пошаговом снятии экономических санкций с Российской Федерации. «Мы все знаем, что продолжительная изоляция совсем ничего не дает. В итоге помогает только диалог», – заявил он. Одновременно политик подчеркнул важность выполнения минских договоренностей. Бесславные грабители. Фракция Красной Армии вновь терроризирует Германию. Правда, беглые преступники, убивавшие политиков и бизнесменов в прошлом веке, скатились до ограблений супермаркетов. Специалисты считают, что уже пожилые террористы не собираются возрождать организацию, а просто вынуждены грабить для поддержания жизни в бегах. Полиция Нижней Саксонии разыскивает трех бывших террористов, которых обвиняют в хищении сотен тысяч евро из супермаркета в Северной Германии. Беглецы Даниэла Клетт, Эрнст Волкерштауб и Бургхард Гарвек – были частью третьего и последнего поколения фракции Красной Армии, террористической группы, основанной в 1970 году. Членов организации, которая действовала около 30 лет, обвиняют в более чем 30 убийствах, многочисленных взрывах и угонах самолетов. Многие террористы из фракции Красной Армии закончили свою жизнь в тюрьме или же отбыли большие сроки заключения. Группа самораспустилась в 1998 году, и многие из ее членов никогда не были идентифицированы. Но после двух десятков лет молчания трое террористов взялись за старое и совершили ряд дерзких ограблений. Полиция подозревает, что преступники украли около 380 тысяч евро в серии ограблений, которые произошли в прошлом и нынешнем году. Продавцы автомобилей, на которых грабители скрывались с места преступления, узнали в покупателе авто Эрнста Штауба, члена фракции Красной Армии. Германия занялась зигующими британскими неонацистами. Немецкие власти инициировали расследование в связи с публикацией британской ультраправой группой National Action фотографии, на которой двое ее членов скинули руку в нацистском приветствии в лагере Бухенвальд, сообщает Bild. Неонацисты принесли с собой флаг их организации. По словам спикера мемориала Бухенвальд Сандры Зигмунд, комната, где сфотографировались британцы, когда-то использовалась немцами для хранения трупов. Нацисты задушили в ней более 1000 человек, используя вбитые в стену металлические крюки. Их видно на фотографии National Action. Зигмунд также сообщила, что уголовное дело было возбуждено сразу после того, как полиция получила жалобу. Напомним, в лагере Бухенвальд в период с июля 1937 года по 11 апреля 1945 года побывали 250 тысяч заключенных. По некоторым оценкам, 56 тысяч из них были убиты. Прокуратура расследует дело издателя, который обещал напечатать версию антисемитского манифеста Адольфа Гитлера «Майн Кампф» без аннотации. Публикация оригинала книги является незаконной в соответствии с немецким законодательством, в частности, его статьям по поводу разжигания расовой ненависти. В то же время версия автобиографии Гитлера для историков с тысячами критических комментариев поступила в продажу в этом году. Как сообщили в прокуратуре, они изучают обвинения в адрес издателя, живущего в Лейпциге на востоке Германии. На своем сайте его компания принимает заказы на выпуск версии книги, опубликованной нацистским режимом Гитлера. Автобиографический трактат «Майн Кампф» или «Моя борьба» описывает идеологию Гитлера. Он написал книгу в 1924 году, когда находился в баварской тюрьме. В течение 70 лет в Германии запрещали переиздавать опасную книгу, чтобы предотвратить разжигание межнациональной ненависти. Но в начале этого года «Майн Кампф» опубликовал Институт современной истории в Мюнхене, снабдив книгу критическими примечаниями историков. Национальный долгострой аэропорт Берлин-Бранденбург откроется не раньше 2018 года. Такое заявление мэра Берлина Микаэля Мюллера не стало сенсацией, но вызвало новую волну шуток и критики. Ведь злочастный аэропорт строят уже 10 лет, а его открытие переносили 3 раза. Последний раз чиновники обещали открыть аэропорт во второй половине 2017 года. Но осенью прошлого года строительство нового здания приостановили на всех внутренних терминалах. Специалисты утверждают, что 3 из 20 потолочных панелей представляют угрозу из-за установленных внутри слишком тяжелых вентиляторов. Строители проверят конструкции, а открытие аэропорта вновь отложили. С начала строительства в 2006 году затраты на новый аэропорт уже выросли с 2 до почти 5,5 миллиардов евро. И это исключая расходы на систему транспортных узлов. А само открытие аэропорта, первоначально планировавшееся в октябре 2011 года, из-за технических и строительных недостатков постоянно переносится.
«Лечу туда, не знаю куда». Авиакомпания «Люфтганза» ввела оригинальное предложение – покупку билетов вслепую. Пассажир сначала покупает билет и лишь затем узнает, куда именно. Выбрать можно лишь даты поездки и группу городов из 10 возможных направлений. Сервис доступен для вылетов из Франкфурта и Мюнхена. Пассажир сначала выбирает группу возможных направлений. Всего доступно 9 таких групп, условно названных «пляж», «шоппинг», «культура», «романтика», «природа» и тому подобное. При этом многие города входят одновременно в разные группы. В списке потенциальных маршрутов полета только европейские и средиземноморские направления. Тарифы туда-обратно для разных групп городов при оплате банковской картой начинаются от 97 или 107 евро. Это цена без багажа. Добавление его обойдется в 15 евро в каждую сторону. Пассажир может исключить нежелательные для него города из списка, причем в этом процессе нет ограничений. Итоговый шот-лист может состоять хоть из двух городов. Правда, цена при этом с немалой вероятностью повысится. Также можно выбрать даты и желаемую продолжительность поездки. Люфтганза далеко не первая авиакомпания, развлекающая пассажиров подобной лотереей. В свое время похожие предложения, правда, с более жесткими условиями, были в частности у Germanwings и Air Baltic. И уже в этом году аналогичную акцию провела одна из испанских туристических фирм. Самолет российского президента приземлился в Афинах. Владимира Путина на летном поле встречали торжественно. Накануне его визита в греческой газете была опубликована статья, в которой Путин призывает Россию и Европу построить, цитата, «равноправный подлинно партнерский диалог», чтобы преодолеть разногласия. Греция – член Евросоюза, и с момента введения антироссийских санкций две страны оказались в разных лагерях. Афины симпатизируют Москве и к санкциям относятся прохладно, но следуют общей европейской политике. При этом Греция переживает экономический кризис и рассчитывает на помощь России. В статье Путин заявил, что Москва хочет углубить сотрудничество с Афинами. Один из основных проектов такого сотрудничества – энергетический. В марте «Газпром» договорился с греческой DEP и итальянской «Эдисон» о поставках газа по дну Черного моря в Южную Европу. По словам Путина, Россия также может помочь модернизировать транспортную инфраструктуру Греции. В тексте статьи он намекнул на заинтересованность российской госмонополии РЖД в покупке греческого оператора железных дорог Троинозы и второго по величине порта страны Салоники. С 1945 года ни один действующий американский президент не приезжал в Хиросиму. Барак Обама стал первым. В пятницу у мемориала погибшим в результате атомных бомбардировок прошли траурные мероприятия. В них приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абе и американский посол Кэролайн Кеннеди. Было заранее объявлено, что на церемонии будут присутствовать трое выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Президент возложил венок и произнес речь. 71 год назад ясным безоблачным утром с неба упала смерть, и мир изменился навсегда. Вспышка света, стена огня уничтожили город. Стало очевидно, человек овладел средством, которое может уничтожить его самого. Технологический прогресс в отсутствии соответствующих институтов, созданных человеком, может обречь нас всех на гибель, подчеркнул президент США. Научная революция, которая позволила расщепить атом, требует и моральной революции. Поэтому мы здесь. Стоим в центре города и заставляем себя представить тот миг, когда упала бомба. Заставляем себя представить ужас детей, увидевших это. Мы слышим молчаливый плач. Мы вспоминаем всех ни в чем не повинных людей, погибших в ходе этой чудовищной войны. Тех войн, что были до нее и после. Он напомнил, что во Второй мировой войне погибли около 60 миллионов человек, в том числе корейцы и американцы. США сбросили атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года. Несколько тысяч жителей погибли сразу же, еще 140 тысяч скончались к концу года. 9 августа вторую бомбу сбросили на город Нагасаки. Через 6 дней Япония капитулировала, Вторая мировая война завершилась. Перед визитом в Японию Барак Обама дал интервью телеканалу NHK, в котором прямо заявил, в Хиросиме извинений за бомбардировку не будет. Как человек, просидевший в кресле президента США 7,5 лет, сказал Обама, «Я знаю, что каждый глава государства принимает очень сложные решения, особенно в период войны». За свои взгляды на ядерное разоружение американский президент всего через 3 месяца после вступления в должность получил Нобелевскую премию мира.
Власти Франции сумели добиться снятия блокады на 7 из 8 нефтеперерабатывающих заводов, находящихся на территории страны. Об этом сообщили в аппарате государственного секретаря транспорта Алену Видалье, передало агентство «Франс-Пресс». Все склады разблокированы, доступ к ним открыт, исключение составляет НПЗ в Горжанвиле, где продолжается забастовка, сообщили в аппарате госсекретаря. Как ожидается, в ближайшее время НПЗ смогут принять первые бензовозы, чтобы обеспечить поставку топлива на заправочные станции. По прогнозам экспертов, даже в случае незамедлительного прекращения всех забастовок, к нормальной работе заводы смогут вернуться не раньше следующей недели. Блокада НПЗ во Франции продолжается уже вторую неделю. Профсоюзы пошли на этот крайний шаг в знак несогласия с проектом реформы труда, инициированной правительством в начале весны. В результате порядка трети всех АЗС в стране либо полностью лишены, либо испытывают серьезные трудности с бензином и дизельным топливом. Дошло до того, что власти распечатали стратегические запасы топлива, а сами водители, особенно в приграничных районах, стали ездить заправляться в соседние страны. Так особую популярность в последние дни завоевали бензиновые туры в Бельгию. Немецкая фирма одержала победу в битве за кубик Рубика. Суд Люксембурга опубликовал юридическое заключение, согласно которому должны быть аннулированы авторские права на форму игрушки. Интеллектуальными правами на товарный знак кубик Рубика владеет британская компания Seven Towns. Эта фирма зарегистрировала форму знаменитой головоломки в качестве товарного знака в соответствующем ведомстве Евросоюза. Однако производитель игрушек из Германии Simba Toys обратился с требованием отменить регистрацию. Основанием для аннулирования Simba Toys называют тот факт, что кубик Рубика включает в себя технический элемент вращения, который должен быть защищен патентом, а не товарным знаком. Ранее ведомство Евросоюза отклонило просьбу Simba Toys. Тогда основанием для отказа послужили следующие факты. Товарный знак защищает только форму куба с нанесенной на его грани черной сеткой. Перекрещивающиеся черные линии не указывают на вращающийся механизм внутри головоломки. Но немецкая фирма снова обратилась в суд и добилась отмены регистрации бренда кубик Рубика. Сегодня Мюнхенский Олимпийский парк во второй раз примет грандиозный рок-фестиваль «Рок-авария» с участием легендарных коллективов. Звездный состав исполнителей Iron Maiden, Апокалиптика, Slayer. Помимо музыкальных выступлений, поклонники тяжелого рока смогут увидеть премьеру амбициозной черно-белой ленты «Гютер Даммерунг» шведского режиссера Бьорна Тагемоса. Это необычный проект уже успел заработать звание самого громкого немого фильма в мире, ведь сопровождаться он будет музыкой в стиле тяжелый рок. В фильме снимались Игги Поп, Лемми из группы Motorhead, Грейс Джонс, Том Арайо и Слэйр и многие другие. На этот раз фестиваль «Рок-авария» пройдет на сдвоенной сцене Олимпийского стадиона и плавающей сцене около Кубертинплац, что станет абсолютной новинкой этого года. Сдвоенная сцена позволит сократить расстояние между концертами, исключая возможность пропустить выступление любимой группы. В прошлом году фестиваль ежедневно посещали около 50 тысяч любителей рока. В честь немецкой певицы назвали «Лося». Лосенок появилась на свет за несколько часов до финала Евровидения 2016. Животное назвали в честь представительницы Германии Джейми Ли. Лосиха родилась неподалеку от города, где живет исполнительница, в парке Визенгете-Шпринге в 28 километрах от Ганновера. Сегодня маленькой лосихе наконец исполнилось 12 дней, и ее удалось сфотографировать. Имя Лосю дали не случайно, утверждают критики немецкой исполнительницы. Напомним, сама Джейми Ли, к сожалению, не порадовала меломанов на минувшем песенном конкурсе. Второй год подряд Германия заняла на Евровидении последнее место. Причем певице не помогла даже американская школа, ведь вокалу и хореографии она училась в Соединенных Штатах и даже выступала с Бейонсе. А провальный результат на конкурсе национальная пресса назвала политическим решением судей в пользу Украины.